Я уже сказал. Нет, наверное, повторяться не будем, потому что... А повторять нечего, понимаете? Вы сами видели сейчас. 7-8 человек, да, пришли? Вот студентская лига, адвокаты, юристы, журналисты. Это публика для суда как раз. Они должны жить в суде. То есть это правда, что про суда, по сути, да? Как только они появляются в суде, суд парализуется. Какие-то хождения, суматоха какая-то. Я уже говорю, грифон подходит сюда. Что происходит? Массовое заворушение, тишина. А все почему? Потому что гласность, публичность еще здесь не живут, вы понимаете? Они заходят сюда, когда надо показать, что у нас как в Европе, понимаете? А так, как обычно, здесь не живут. Это не их дом, вы понимаете? Так что до Европы далеко. Скорее всего, это Византия. Вот так вот.